Дорогие друзья, полностью поддерживаю строительство в Саратове инфекционной больницы. Это важно. Тем более у нас нет современного медицинского комплекса. В этой связи со своей стороны буду делать все для того, чтобы этот проект был реализован. Сегодня 462 миллиона в Саратовскую область за счет привлеченных источников должны поступить именно на реализацию этого проекта, финансирование строительства инфекционной больницы. Весь проект строительно-монтажной работы стоит 1 миллиард 200 миллионов. Со своей стороны постараюсь, чтобы средства в объеме 50% на эти цели были найдены. Поэтому надеюсь, что вторая часть будет решена губернатором, правительством Саратовской области. Тем более знаю, что помогают многие ведущие компании Саратовской области, поэтому мы должны объединить все усилия для того, чтобы такая больница была построена в кратчайшие сроки, качественно, а затем необходимо, конечно, ее укомплектовать современным оборудованием. Это отдельная тема, и ее правильно было бы обсудить также, исходя из того, что порядка миллиарда необходимо на оборудование для этой больницы. Надеюсь, что вот на таких же паритетных началах вместе с губернатором, правительством Саратовской области мы сможем решить и эту задачу. Тогда наши жители получат качественные медицинские услуги, и современная больница современным оборудованием сможет спасти много жизней. Здоровья всем!